В пятницу 8 декабря во дворце Олега состоялось торжественное гашение первого дня марки с изображением героя земли Рязанской Евпатия Клаврата. Дополнительно к выпуску почтовых марок были изданы конверты первого дня, изготовленные штемпели специального гашения для Рязани и Москвы. Министр промышленности и экономического развития Рязанской области Светлана Горячкина заметила, что место гашения марки было выбрано не случайно. Стоимость такой марки составляет 35 рублей. Я очень рада от имени губернатора Рязанской области Николая Викторовича Любимова приветствовать вас сегодня здесь, вот в самом сердце Рязанской области, в нашем Рязанском Кремле, где хранятся достопримечательности и символы вот нашего края, которыми мы гордимся, которые мы храним, которые вот у нас они глубоко в сердце. И очень правильно было вот принято решение, чтобы эту марку погасить сегодня здесь, в этих стенах, где и хранится вот этот дух, дух нашего героизма из нашей истории. Ну, коллеги, мы все знаем, что в этом году отмечается 780 лет с той даты, с тех времен, когда татар-монголы напали на нашу Рязань, на Русь. И мы первые были в числе, кто стал оборонять наши границы. И мужество наших людей, героизм, сила и смелость, и наш легендарный герой Клаврат, вот они все поразили настолько захватчиков, что, казалось бы, да, вот даже они оценили, насколько мы внутренне сильны. Я всех рязанцев поздравляю с этой очень уникальной и ценной датой. Спасибо всем.